В Австралии обнаружили огромные золотые самородки. В самом большом самородке, который весит 95 килограммов, содержится около 2400 унций золота, более 70 кг. В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных камня с обильными вкраплениями золотой породы. Каждый из этих камней стоит, по предварительным подсчетам, миллионы долларов, сообщили в добывающей компании RNC Minerals. Отмечено, что в самом большом самородке, который весит 95 килограммов, содержится около 2400 унций золота, это более 70 кг. В компании уточнили, что на прошлой неделе из шахты вблизи Калгурли удалось добыть золото на сумму около 11 миллионов долларов. Находку шахтеров оценивают как очень редкую. Люди все еще находят самородки на территории золотых приисков, но обычно они весят всего несколько унций, сказал профессор Сэм Спиринг, руководитель австралийской горнодобывающей школы в университете Кертин. Золотодобытчики оценили больше из камней примерно в 3 миллионов долларов, а второй самородок весом 63 килограмма, в нем 1600 унций золота, в 1,9 миллионов долларов. Напомним, ранее в Казахстане археологи обнаружили более 3000 древних золотых изделий. Также сообщалось, что в Южной Корее дворник нашел в мусорном баке 7 золотых слитков. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.